Всем привет, 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 привет! А я тут села переделать свой браслетик, перенанизать правильно свои бусы, которые я сделала, которые синеглазка. Ну и в общем-то, хотела сделать новый браслетик вот из этих бусин, которые у меня оставались лазуритовые. Но для браслетика здесь много, а для новых бусиков в самый раз. В общем, занимаюсь я новыми бусиками. Ну, сейчас еще поиграюсь немножко, посмотрю, как что. Вот, ну а потом вам покажу, что у меня получилось. Всем привет, 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 привет. В общем, закончила я свои поделки из лазурита. Закончила я последние бусы, которые я хотела сделать браслет. А сделала бусы. В общем, вот такие у меня получились бусы. Я собрала, но это еще не весь лазурит, у меня еще есть лазурит, но у меня на него другие планы. Вот. Но, в общем-то, тот, который я планировала использовать, я его использовала. Это вот эта крошечка, это вот эти плоские бусины, палочки и вот такие яркие лазуритины. Они немножко другого цвета, у меня было их совсем несколько таких пластиночек, они более яркого цвета. В общем, собралась я делать браслет. А у меня получились бусы. Ну, так бывает иногда. Ну вот. В общем, оставались у меня от бус, которые я переделывала, оставались у меня вот такие палочки и вот такие диски. Хочу сразу сказать, диски по диаметру разные. Вот видно. Вот этот меньше, вот этот больше, вот этот уже, вот этот толще. То же самое с этими палочками. Палочки по длине одинаковые, но вот эта палочка толще, а вот эта палочка уже. Вот. Я сложила браслет. Браслет тоже получился такой ничего симпатичный, но из-за того, что эти палочки длинные, он плохо лежал на руке, потому что вот эти палочки выпадали вот именно вот на вот эти изгибы. И было очень неудобно. Поэтому я уже решилась на бусы. В общем, получились у меня вот такие бусы. Я отобрала более крупные бусины, крошку. Чуть крупнее, чуть помельче, еще помельче, помельче. И закончила вот такими маленькими бусинками. Вот я даже сейчас вижу, с одной стороны длиннее на одну бусину, а с другой стороны короче. Ну ладно, это не ничего страшного, потому что все равно я не хотела оставлять уже ни одной вот этой крошечки. В общем, решила уже использовать все, да, все как есть. Здесь я использовала совершенно простую фурнитуру. Вот такой замок-крюк. Вот такие бусины. Я уже их использовала в каком-то украшении. Ставила вот такие подобные розочки. Ну, здесь розочка выбита на самой бусинке. Это металлические бусины. Вот, остаток шапочек. У меня 4 шапочки вот таких всего-навсего осталось. Вот такие. Вот такие красивые бейлы, диски. Вот я проставляла между вот этими яркими бусинами, проставляла бейлы. Вот. Ну, в принципе, и все. Вот и вся фурнитура. Вот эти бусины, вот эти плоские бусины. Кстати, я видела в интернете кольцо вот с таким вот камнем, вот с такой белой прожилкой. Вот он такой не блестящий, не отшлифованный до блеска. Вот. Я сначала их хотела вставить, а потом все-таки бусы получались длинноватыми. Я не люблю такие длинные бусы, такой непонятной длины. Вот. Ну и все-таки это бусины плоские с отверстием по центру, и они крутятся. В общем, мне не понравилось, поэтому я приняла решение их подвесить вот так на бейлы. Мне вот так понравилось больше. Здесь, в принципе, бусы собраны из лазурита. Здесь не лазурит. Это вот эти бусинки, которые я подвесила. Я не планировала подвешивать бусины, но мои пины, которые с гвоздиком, они просто не вошли вот в это отверстие. Вот эти вот, которые с петелечкой, они более тоненькие и вошли туда хорошо. Но было очень некрасиво то, что они ну, вот таким заканчиваются неправильным колечком. Поэтому я подвесила вот сюда 3 бусинки. У меня было 3 бусинки. Вот, они, в принципе, одинакового цвета, только чуть-чуть одинаковой формы. Вот эта бусина более круглая, ну, такая она, я имею в виду, она более толстенькая и более закругленная. А вот эти бусинки, они более плоские. Вот, ну, поэтому я таки подвесила.
одну по центру, а две одинаковых по бокам. Точно так же, вот, как и с этими бусинами. Вот эта бусина с белой прожилкой, я ее повесила по центру, а вот эти бусины без прожилок, поэтому я их повесила по бокам. Ну, я считаю, что как из остатков получились очень неплохие бусы. Они, кстати, очень хорошо смотрятся. Во всяком случае, мне нравится, как они сидят на мне. Вот. И еще мне нравится то, что у меня нашлось вот 2, 4, 6, 8, 10, 12 бусин более яркого цвета, вот такого цвета, более похожего вот на вот это стекло. Они вот, ну, на свете видно, что они более яркие. Мне это очень нравится. А еще я очень довольна, что я все-таки использовала. Все-таки я использовала всю вот эту вот крошку, весь вот этот материал, и теперь меня ничего не будет мучить, то, что оно там где-то валяется, ну, вот что оно там у меня где-то осталось, я не знаю, куда его прилепить, что с ним делать. А, кстати, вот видно, да, вот эти бусинки, они тоже чуть-чуть разного диаметра. Вот, и здесь отверстие не по центру. Ну, в принципе, это не портит бусы. Я очень довольна этими бусами. Вот, мне они очень нравятся. Я не делала к ним ни браслет, ничего не делала. Почему? Ну, потому что у меня есть вот эти серьги. Ну, вот, они сюда идеально подходят, просто идеально. Вот, которые я делала для комплекта «Синеглазка». Вот, они очень сюда хорошо подходят. Мне очень нравится. Также я могу использовать и браслет вот от комплекта «Синеглазка». Он тоже сюда подходит. Здесь, кстати, бусинка тоже вот похожая вот на вот эти бусинки. Он тоже сюда подходит. Если уж сильно захочется надеть, то, в принципе, можно надеть. Вот. В общем, вот такие получились бусы. Я довольна. Бусы называются «Синий лен». Ну, не знаю я почему. Может быть, потому что мне вот это напомнило цветочки льняные, голубенькие, с беленьким. В общем, поэтому называется «Синий лен». Вот. Ну, собственно говоря, я еще принесла сюда вот эти бусы, которые я делала у тебя для флешмоба. Повтор с изюминкой. Я же к этому комплекту не делала ни сережки, ни браслет. Вот. Ну, я считаю, что эти серьги тоже можно запросто сюда надеть. Вот. Я думаю, что подойдут. Если уж сильно захочется, можно надеть. Ну, браслет под вопросом, но тоже, в принципе, очень даже можно надеть. В общем, никакого диссонанса я не вижу. То есть, все это можно носить вместе. Ну, также у меня есть два лазурных побережья. В общем, лазурный берег и лазурное побережье, которое я делала раньше. Ну вот, тоже они есть. Я делала лазурное побережье для флешмоба, переделка, повтор с изюминкой. Ну вот, там тоже есть и браслет, и серьги. Ну, там, правда, из круглых бусин. Но, в принципе, тоже можно носить абсолютно без проблем. Все это можно сочетать друг с другом. Ну, в общем, вот, показала я, что тут тоже получается комплект. Я, правда, еще не назвала эти бусы. Не знаю я, как их назвать. У меня был вариант назвать их «Шурочка». Потому что я повторяла «Шуру Хэнс». Вот это ее такое вот... Для нее очень такое типичное украшение, да, она любит такие делать вещи, и бусины плести, в общем, не знаю, я посмотрим. Вот, ну все, всем спасибо, что смотрели меня, буду очень рада, если вам тоже понравились мои такие изыски лазурные. Вот, ну, я довольна. Эти бусины у меня лежали довольно долго, я как-то так не знала, что с ними делать. Вот, и плюс ко всему, у меня вот этих бусин было 3. Вообще-то их было 4, но одна изначально была треснута напополам. Я ее, конечно, выбросила. Ну, вот, поэтому 3 бусины, это очень неудобно. Всегда хочется четное количество бусин, их удобнее использовать. Ну, в общем, я очень рада. Ну все, всем желаю всего самого-самого наилучшего. Все, всем пока, пока.